посреди небольшой и дремучей России, где из каждого пня можно нефть добывать. Те, кто правят страной, свой народ попросили поработать перед смертью дольше лет на пять. Поймите одно, за вас решено, и не надо нам подписи нести. Хоть вам не смешно, а нам все равно. С пониманием просьба отнестись. А Навальный колдун вновь сидит в автозаке. На болотной Тверской ор стоит выше гор. Ну а мы тихо ржем, подгребаем дензнаки. Ведь народ на все на это положил прибор. Ему все равно, всем все равно. И поэтому мы смелее, чем львы. А вы все просто чмо, на глазу бельмо. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео. Только тихонько, чтобы Димона не разбудить.